Всем доброе-предоброе утро. Мы встали, позавтракали. Этот уже в своей развлекательной программой. В общем, сижу, жду, когда машинка постирается, чтобы повесить белье, и пойдем гулять. Хотела ехать на пляж, но потом передумала и думаю, похожу я тут. По своему старому маршруту в парк сходим. Вот. Потому что что-то неохота машину брать, потом парковочные места искать. Сегодня выходной, все, никто не спешит, гляжу, все везде занято, никто никуда не спешит, никто никуда на работу не едет. Поэтому потом бегать, кружиться, искать место, мне что-то в общем-то неохота. Да, и тут походим, тоже есть места разные. Да, моя рыба сладкая. Поэтому... Пойдем тут погуляем. Еду тоже мне не надо готовить. У меня полный холодильник всего до всего. В общем, как-то даже это... Погорячилась я вчера, приготовив все. Чуть сегодня-то что делать? Даже не знаю. Ай, нам же нужно потом к сестре съездить. Забрать. Она там, они там делали вкусные какие-то рогалики. Они вчера уже ночью позвонили, типа, приходите. Я говорю, о, ночью мы никуда не пойдем. Слушайте. Точно, надо сейчас у мужа спросить, он уже умотал. Когда это мы за рогаликами-то пойдем? Так вспомнила. Ладно, все по порядку. Сначала машинку нужно стиральную повесить. Вернее, точнее, белье, а не машинку. Вот, развалился. У нас сегодня погода хорошая, вроде бы как солнце светит, ни одного облачка, но свежо. Не апрель, конечно. Да. Ну, будем надеяться, что лето будет замечательное. Без ветров. Дети, прикол. Помните, я все говорила, что мотоцикл стоит на одном месте. Вуаля! Он опять тут. То есть опять машины поменялись на эту сторону. И мотоцикл стоит тоже на своем месте. Машина мужа. На чем же он уехал? Кто-то, наверное, за ним приехал. Вышла погулять. Время уже 11, представляете? Пока ждала эту машинку, повесила. У нас там соседи, оказывается, ну, не шумные. С ребенок маленький. Тоже на крыше там гуляли, на террасе. В футбол играли. Вот, и там кое-что немного убралась на террасе. Шлак все мне никак не придел. Ой, надо сейчас ему сказать, чтобы он... Точно. Крышу, чтобы они мне сделали. Все, сейчас им позвоню. Хочу поделиться с вами вот этой красотой. Смотрите, какие там облака красивые. И церковь, и пальмы. Красота. И поля. Идем гуляем. А я иду, шагаю по Москве. Ветерок, конечно, свежий. Можно даже сказать, холодный. Но ничего. Жить можно. Ненавижу лягушек. Они, мне кажется, такие противные. Фу. Если я до них дотронусь, у меня начнется паника. Не знаю, вот не переношу я лягушек. Лягушек, змей, прям вообще... Там ребятишки играют. В парке хорошо, ветра нет, поэтому даже жарко. Чарли вон весь рот открыл, язык на плечо. Но мы сегодня нормально так походили, мы уже давно так далеко не ходили никуда, потому что клещей много. И сейчас иду так, я думаю, блин, вчера же дождь был, сегодня их должно быть еще море. Ну ничего, вроде бы осмотрела, нормально. Нету. Да? Не прицепился к тебе? Он, видите, уже даже играть не хочет. Он уже нагулялся. Скажет, пошли нафиг домой уже. Я там себе компотик достала, чтобы он... холодный вообще не люблю пить. Я этим не напиваюсь. Холодным я не чувствую вкуса и не напиваюсь. Поэтому даже летом я предпочитаю... Знаете, вот в машине оставляешь воду, она прям горячая, да? Я вот такой водой могу напиться. А если она ледяная, то я нет, никогда не напьюсь ею. Поэтому перед выходом налила себе стаканчик компотика. Я сейчас иду и только о нем мечтаю, так пить хочется. Вот это дерево такое странное. Смотрите,
Во-первых, оно все в колючках. Все-все-все в колючках. Видите? Ствол какой колючий. Во-вторых, у него такие плоды. Или не плоды. Вот видите, как пух. Как вата. И вот он, кстати, опадает. Я сначала шла, думала, собаку кто-то это. Ну, знаете, собаку прочесал здесь, а это нет. Это дерево такое. Кто знает, что это за дерево? Только мягко-мягкое. Как, знаете, козий пух. А ствол весь вот такой вот колючий. Прикол. Прям колючий. Вообще. Чарли увидел, что что-то бросил, и быстро подбежал. И вот, а вот какой. Тоже интересно. Висюльки такие. Как у березы. Ну что? Висюльку тебе сорвать и кинуть? На. Че, я тебе кинула? Беги. Прозевал? Ой. Побежал. Да выбрось ты это. В общем, мы сейчас пойдем уже домой. Нам осталось полкилометрика. И все. Там такие идут тучи. Но они такие белые. То есть не дождевые. Но красивые. Вообще как это. Сахарная вата. Морская черепашка по имени Какашка. Такая вся смешная. У меня на обед сегодня шведский стол. Морковча вчерашняя. Это килька, которую сестра делала. Картошка с мясом. И оливье. Это был у меня. Не оливье, а был это что? Окрошка. Добавила майонез, стала оливье. Почему бы и нет? И все. Мы сейчас пойдем кушать. Такой вот у меня шведский стол. Всего понемножку, как говорится. Надо доедать все-все-все из холодильника, чтобы он у меня был чистенький. Так что всем приятного аппетита. Мы едем, едем, едем в далекие края. В общем, хотели поехать на пляж на мужниной машине, а у нее что-то стекло там треснуло. Боковое, которое вот это. Сейчас отвезем машину на его работу. Там у него вроде бы как защищенное место. Никого нету. А то с открытым окном оно почему-то не закрывается. Как бы машину, да, не оставлять. Вообще какая-то странность происходит с этой машиной, ну да ладно. В общем, едем туда. Только детей на пляже, в принципе. Ой, смотрите, белые кораблики. Море такое синее-синее. Там у нас порт смотрели. Народу прям везде дофига. И все вот с этими своими транспортными средствами. Типа лесопеда вот такого. Ой, кто-то потерял намордник. Чарли, он будет велик. Поэтому не знаю, куда бежать. Там дети на этих велосипедах. Батарейка садится почему-то. Тут дети, машины. Пипец. Чарли, бень пураки. Глаз да глаз. Я так гулять не люблю, когда нужно все время смотреть куда-то. И быть всегда на чеку. Мы сходили к сестре, взяли рогалики. Вот, а сейчас на нашей улице, где мы раньше жили, есть кафе-мороженое. Там мороженое вкусное продается, которое я люблю. Из зеленого яблока. Мансана Верде. И раз уж тут, пойду куплю себе. Запасусь сахаром на ночь. Ну, думаю, раз... Меня просто, я его обожаю. Такой, знаете, как сорбет? Сорбет, наверное. В общем, вкусняцкое. Сейчас покажу. Вот мое мороженое. Такое кислое-кислое. Что-то оно в прошлом году было более зеленое, чем это. Но вкус тоже обалденный. Всем приятного аппетита. Вот такие рогалики нам дала сестра. Это типа пончиков в... сахарной глазури. Очень вкусные, но это на завтра мне. Мне и мужу, и 4 штуки, в общем-то.
Два ему, два мне. Он уже у сестры сожрал два. Вот, это какой-то специальный рецепт там у них свой есть. Холи. А я замерзла. Мороженое съела и вся нафиг замерзла. Поставила чайник. Сейчас буду чай пить. Пока чайник вскипит, пойду белье сниму. Если, конечно, оно не слишком влажное. Потому что на улице очень сильная влажность. Прям идешь из сыра все. Тут письма взяла. На старую квартиру приходят. Письма. На старую квартиру все письма приходят. И приходится забирать. Иногда. Вот. Рогаликами пахнет руки. Вроде бы должно высохнуть, хотя очень сильная влажность. Красота. Скорее бы лето уже. Высохло постельное белье. Все, буду снимать. Мой чаечек. Это будет мой ужин. Я мороженое сожрала. Какой ужин-то мне еще? Будем с вами прощаться до завтра. Завтра опять иду на работу. Суббота. Вообще, когда вот такие вот выходные среди недели, как-то потом в ритм трудно встроиться. Вот. Ну, и завтра еще суббота. Такой рабочий день будет насыщенный. В общем, будем работать. Хотя тоже дождь передает. Посмотрим. Так что будьте в курсе всех событий, благодаря тому, что вы подписаны и поставлены, и нажаты на колокольчик. Какой бред я несу, правда? Бывает. А что поделаешь? Всего вам самого наилучшего. Приятных вам выходных, хорошей погоды и весеннего настроения. Всем пока-пока!